Кино на ТВ Рус. Неужели нельзя было найти жениха где-то поближе? Я нашла поближе, мы ходили в один спортклуб. Пока отчим не подарил ему отель здесь. Извините, что опоздал. Мама, это Гарик, Гарик, мама. Быстро в отель. Так соскучился по тебе. В наше время не просто ухаживать за женщиной. Приехала, смотри и учись. Что это такое, люди? Внесите его ко мне в номер. Будешь продолжать делать вид, что не узнаешь? Здравствуй, Эли. Здравствуй, Оскар. Ну я же читала в газетах, ты умер в Америке. Прости, что разочаровал. Неужели такая жизнь нравится тебе больше, чем та, которая у тебя была раньше? А вы-то почему еще здесь, а? Потому что я бомж. Ну тогда я позвоню своему жениху. И у него хватит сил, чтобы выкинуть из этого отеля жалкого бомжа. Он вам не пара. Не обращай внимания, это мамин бомж. Ты хотел новый старт, новую жизнь, без воспоминаний, без прошлого, без меня. До сегодняшнего дня. А что случилось сегодня? Я увидел тебя и понял, что я все еще тебя люблю. Елена Сафонова, Сергей Жигунов, Ольга Красько и Владимир Яглыч в фильме «Откройте, это я» в субботу на ТВ Рус.